Администрация столицы республики предлагает чебоксарцам выбрать имена знаменитых уроженцев Чувашии, чтобы присвоить их школам города. Опрос проходит уже почти месяц, но приняли участие более 1000 человек. Среди предложенных имен Василий Иванович Чапаев, герой Советского Союза Виталий Уруков, начальник штаба 2-го Белорусского фронта Александр Боголюбов, летчик-штурмовик Михаил Афанасьев, танкист Вячеслав Винокуров, летчик дальней разведки Михаил Сапожников, академик, ученый-механик, кораблестроитель Алексей Крылов, академик Российской академии образования, основатель этнопедагогики Геннадий Волков, выдающийся исследователь истории Чувашии Василий Дмитриев, выдающийся ученый-математик Дьюис Ивлев. Опрос проводится на сайте Управления образования Чебоксар, причем голосовать можно несколько раз. В этих школах, естественно, будет вестись работа по увековечению памяти тех людей, в честь которых они названы. То есть будут созданы музеи этих вот известных, выдающихся уроженцев Чувашии. И среди учащихся этих школ будет, естественно, культивироваться память, историческая память о тех людях, в честь которых названа школа.